чуть-чуть поосторожнее. Он как пистолет, имеет очень сильную отдачу. Блин, руководство езды видео так и написано, так и изображено, что поосторожнее. Что если одной ногой встать, а другой на земле, и оттолкнуться, разводить, он поедет без тебя. Я говорю, да, это серьезно, что предупреждаю, что осторожно, что можете без себя уехать. Это, кто хотел сказать, что ты? Ну, мне звонил, мама ж дома вечером. А ты если чего, сколько там? Я хотел сказать, что переносим на пораньше. А я сам звонил, он трубку не брал. Он там... Брылся. Он сказал, что брылся. Ну да. А кстати, насчет правил. Сказали, что знаки появятся отдельные, что зона для зарядки электромобилей. Вот такие вот, видишь, эти коробки стоят. В 1 ноября уже сегодня правила вступили в силу. Я бы знал, что отдельное место для зарядки электромашин таких вот. А все хоть не сбил. А чего? Но все равно. Есть такие, что их волнует только скорость. Основное нафиг. Нафиг. Ой, так уйди, там надо маску одевать, нас сюда без маски не пустят. Сейчас подожди, я дам команду маски. Подожди. Сейчас дорогу перейдем хотя бы. И вести оденем.